Камера, мотор, сценка первая, рулетики куриные. Масюля. Да-да. Что мы сегодня готовим? Еду. Серьезно? Да. Мы пишем уже. Еду, ты хоть веди со мной диалог. Какую? Да. Какую еду, Масюля? Мы готовим куриные рулетики с творогом и грибами. Уе, рассказывай рецепт. Берем филе и режем, чтобы получилась книжечка. Угу. Все, мы отбили все наши филешки. И теперь делаем начинку. Для начинки нам нужно 100 грамм творога, 250 грамм шампиньонов, ну я их уже обжарила, и буквально там столовая ложка. Тщательно смешали творог со сметаной. В принципе, вы можете взять и мягкий творожок. И добавляем туда грибы. Когда обжариваете грибы, добавьте свои любимые специи, там перчик. Сворачиваем наш рулетик. Застегиваем. Вот, прошу любить и жаловать, первая наша жертва. Все, наши рулетики уже готовы. И можно немножечко слегка их смазать оливковым маслом. Чтобы была корочка. И теперь ставим запекаться в хорошо разогретую духовку. После запекания обязательно не забудьте добавить... Главный ингредиент? Да. Давай. Щепоточку любви. Рулетики запекались 45 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! Да. Меня зовут Григорий, я... Меня зовут Григорий, я, значит, главный ценитель, любитель вашего вот этого шоу. Скажите, вкусно ли получилось? И вот такая вот красотища.